Товарищи рабочие, я являюсь рабочим фабрики «Красный Октябрь» Самойлова. Являюсь обжарщиком пищевых продуктов. И обращаюсь к вам. В 90-е годы капиталисты захватили власть в нашей стране путем обмана и путем насилия. При этом страна была разрушена. Советского Союза не стало. Сейчас ситуация идет по тому же пути. И если рабочие не объединятся и не предотвратят катастрофу, развалится страна. А следовательно, и вашим детям придется очень тяжело существовать в условиях развала России. Поэтому я призываю объединиться и снова возродить советскую власть в России, чтобы страна процветала и чтобы люди жили достойно в стране. Товарищи рабочие, для этого вступайте в Российскую рабочую партию, чтобы восстановить советскую власть в стране.